Мэрия города Рязани сообщила, что мост на улице Ленина будет реконструирован с учетом облика находившегося ранее на этом месте кирпичного арочного моста. Городозащитники говорят, что на визуализации полностью отсутствует белокаменная кладка. Активисты уверены, что без нее город потеряет очередную историческую деталь. Эти элементы относятся к моменту создания этого большого каменного моста в Рязани. Первый мост на этом месте был построен еще в конце 18 века, а конкретно этот, уже каменный, появился к 1850 годам. Причем от него до 2012 года можно было увидеть одну почти целую арку. Активисты опасаются, что прежний исторический объем моста, скорее всего, будет уничтожен. Градозащитники уже отправили обращение в инспекцию по охране объектов культурного наследия. Им ответили, что данное обращение будет перенаправлено в администрацию города Рязани. После того, как опубликовали проект реставрации, то вот этого белокаменного такого пояса там нет. И возникла идея, чтобы привлечь внимание той же самой администрации города о том, что необходимо сохранить вот эти исторические детали моста, и возникла идея вот этой акции. То есть подойти, прикоснуться к камням, сфотографировать их, то есть что они есть. Кроме того, ценность представляет уже и элементы отделки советского времени. Это чугунные решетки, которые отлиты на Истинском заводе. И их также необходимо сохранить именно в том виде, в котором они вот стоят на мосту. Городозащитники надеются, что в год своего 925-летия Рязань не потеряет очередную историческую деталь. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».